Опа. Темная сущность. Сила атаки, без пенчи, да. Пенчи без свой, да. А, штаны тоже неплохие на ордеров, на посланника. Это НКК. Вот 26-я, ну тоже бесово, наверное. Блядь, стринка охуенная. Пошли, жарим 7 мобов. Блядь, я и выиграл. Ебать себе нахуй, как. Мирон убили уже, да? Да, всех убили. Осталось Сигма, сестра крыла. Пацаны, а на Игниса никто слотик не даст, чтобы сделать? Да, где хочешь эти слоты? О, квест. На Игнисе. А какая там ачивка на Игнисе, кстати? Там КВ. 5 льда там ачивка. И 5 рублей. Да. Ну, неплохой так клоут. Идет. Темная сущность перч. Пошли вниз, острокрылая. Так. Подъезжаем, сейчас 7 дворфов зажарим. Бегите быстрее. Блять, в текстурах опять застряли, сука. Дурка этого. Это там остатки головы просто лежат. Ну, невидимые останки. От Калгана. Сука! Я проткнулся, тут, короче, моб какой-то мне пизделей начинает давать. Да, проткнулся, ну ладно, сейчас. На плац случайно тыкнул. Как эти дыры закрываются, в том случае, как тем нравится, как это работает вся хуйня? Какие дыры? Ну, на лагоне, блядь. Так с живым созвездием, вот это видел, блядь, я заводил? Ну. Вот они как заходят в дыру, она исчезает, и созвездие исчезает. Так, а по итогу должна быть в идеале одна, да, дырка? Куда все да, будет? Там все сложнее намного, блядь. Так, конскюрит ты где? Так, чек на пол. Значит, стражи не бьем, рослых и низкорослых бьем. Рослых и низкорослых. Все, блядь, напустил этого дурака. Блядь, крутый трюк попарвали. Рослые и низкорослые, блядь, пиздец. Вот и вот это тут в идеале. Да, чё? Слушай, чё с твоим братаном не то? Постоянно смеётся надо мной. Так это ты у него спроси. Ты смешной просто, да? Сука. Смотри. Так. Вот эти стражи, это мои все. Ну, пиздим дозорных вот этих петухов. Низкорослых, ладно. Да, начни так. Какой там... Как дозор в этой... в Игре Престолов называется? Дозор окончен, это в чём-то. Как у них этот дозор называется? Ночной дозор, да? Чёрный? Ну, ночной дозор, ну. Ночной дозор, по-моему. Бля, может пересмотреть Игру Престолов? Не смотрите, смотрите. Не бейте мобов, там у кого-то 19 сейчас осталось. А уже не... Пидорас какой-то бьет. Их там два пидораса бьет, поэтому вообще не бейте их больше. Бейте рослых вот этих, забей рослых с меня. А УЕ все стопаем, не бьем вообще УЕ. Там посмотришь сам. У меня один страж остался. Так. Запускайте пушки, блядь, ну его нахуй. Запускайте, тыкайте быстрее. Убейте ой, тех, кто просто убейте пидоров. Вот все черепок, это... помогите мне подбить черепок. Охуеть. Так, стражи этого не бейте. Стражи не бейте, осторожно.
10, 9 карт. Блять, ну вот удержишь. Да вон 40, у кого подлейте. Сейчас дыхнет уже. Давай, курва, дыши, блядь. Ну потому что надо под малдой стоять, уёбки. Отвернулась. Надо всем под лицом стоять, тогда она сюда дышит. Блять, красавчики. Ну там два осталось, говно, сейчас пьем. А что, вот нормально, да, их убивать, да? Так а зачем они? Их все равно сейчас убили бы. Сука, как я ненавижу эту ебучую ачиву. Чё, нормально? Стоишь, блядь, танчишь. Да, в льде 20-й, блядь. Ну, мы забыли сказать, что все стали под лицо. Это такое. В 25-ке тоже слезы тоже так делаются. Ага. Да тупо Кар, не умереть. Яра, запомнил, да, блядь, блядь. То же самое. Да, просто только ХП у босса больше. Да там проблема в том, что там звезды бьют больше. Звезды и кара там дамаг больше от всего. Там в этом беда. Босс хуярит так, что ты думаешь, что ты на лече, блядь. Анбафи, блядь. Ну нахуя его прожали? Да похуй. Два моба всего. Все, не бейте, все под лицо встаньте. Мобов не бейте, я сам подобью. Под лицо все встаньте сюда, к нам. Всем надо, блядь, два. Прожми какую-то хуйню на голову. Какую-то глыбу, какую-то хуйню. Что ты не уешь, сейчас убьете, блядь, этого песня одного, блядь. Блядь. Тысяча косарь хп, блядь. Там, блядь, там блядь, эти это, дебиры, мобы. Это фиаско, братан, блядь. Давай, держи, хоть одного пожарим. Че ты, давай, один. Соберите еще 6. А кто запустил? Yeah. Да, блядь. Хорош. Сейчас сколько будет, столько будет, все, блядь. Сказал, там кто-то два моба надо еще. Кто-то один подбивает. Там два и было. Мы нисколько не пожарили. А одного пожарили. В этого час. Забирай рослого, пидора. А ты мелкого пидора. Я среднего уеб. Этого зеленого не убейте, не подходите. От этого крестик, пизданите ему кто-то по голове, сука, заебал мои полу. Где хуй крестик, блядь? Сколько сейчас на мне это мобов? 4? 4, да. Смотрите, сколько выйдет, настолько вам повезет. Нормально. Просто у меня тут. Бейте рослых и низкорослых. Под морду сбегаемся. Чипка сути подбиваем. Все под морду встали, то она повернется и пизда вам. Хуйня, да? Ну ладно. Все, добиваем. Двоих пожарили. Ну типа я не успел подбить, может ты... зачем вы спустили экрана опять? Несогласованные действия гильдии приводят именно к такому. Все, да, уешь ему тебе пидор. Сигни с резерви, мы расходим. Ну что, 4 моба. Что записываем? 4 моба останутся. Томиться в бульдуаре. Как что скажешь? Ну что за Игнус? Я забыл, как он что такое, блядь. Заебал. Вот тут каждому мечурант, как я хуй знает чему. Как знаете, блядь, в пятом элементе смотрел, кто там этот был крестакер, блядь. Этот... Сука, как же, блядь, Брюс Виллис, там этот главный герой, блядь. Что-то в корабле в этом бегают, блядь. Этот... Брюс Виллис такой, блядь, тусуется. Крестакер такой, такой, блядь.
Этот хуй на голове такой из волос, блядь. Помните? Блядь, вообще никогда всегда бесил этот фильм, блядь. Бесил? Ну. Топ-фильм. Ну это, блядь, не Лайович, не падает, блядь. В смысле, она лыжая, охуенная. Да чукча она, блядь. Знаешь, это, кстати, белорусское происхождение, белорусские корни и Мильевич. Мне стыдно за эту хуйню. Помню, как тебя такое взяли в гей, ты там реневал в ВК, говорил, я хач, что-то такое. Как он сейчас-то говорит? Это не гнивало. Это был фейк. Да мне вообще какой. Ты видели видос, там тапочек заминирован, да? Там типа нарезка такое было вообще, вообще похую, короче. Топово. А он чё? Славик. Забирай. Кстати, можно сбить косты и не будет вот этого вихря. Да, но это сложно. Ну-ка, сейчас попробуем. Ну-ка, на этом песне попробуем. Блять, не получилось. Ладно. Уже костом. Ну, я не успел добежать до него. Да, знатно, трёх хуй доллара сегодня. Ты иди, милин. Честно, у него чат патрулил, знал, бля. Я видел. Махито, блин, блядь. Только стоит, блядь, у Долорана, у лестницы линкает свой ДПС и каким-то типам. Блядь, пиздец, ну ебаный в рот. Что такое, блядь, бельдейская просто. Давай. Чек на рост. Так, Сок, я в одного танка. Подожди, да, это бафы дам, блядь. Да, спекайся в ДТ. Давайте там истерию с пула мне там, бля. Давай. Блядь, ну слишком рано. Блядь, за спектр я хуй спилил. Крыся есть косовала? Да, шмс-ку. Я скажу, когда. Войны железного дизеля. Ой, блядь. Сука, это, блядь, что за херня? Слава, это, блядь, агро, срыв агро. Слава, ты умер? По мс-ку. Пиздец. Хорош. Ух ты, как он меня взял, вот такой не тридцать. Ну этот, конскюрит подними тогда, паладина. Ну, КД. А, ну и плохо. А, я мог бы на тебя садовки, но тоже стерил, это мёртв. Надо было на воде сейчас скинуть. Какие три босса? Я упал на острокрылый, потому что там тоже меня моб убил. Сейчас мне босс убил. Два раза, все. Какие базары. Так, топкаст. А что будет, если топкаст этот попадет? Стрися тоже там. Догадайся. Себя хилит, меня не хилит и говорит, что я упал. Ну конечно. О, нормально, Антон Смут. Но у меня есть космос, так что я откажусь.
кусок. Дресните меня. Слышите, эти плечи как из Overwatch. Прикольно. Как у Мохито. Как они называются? Вот эта левая рука, это прикольно, блядь, планеты такие летают. Брусок поджигателя, блядь, я ебу. Ну, космос, типа, такой же. Так, косарь ЕП.